Друзья, сегодня я вам покажу редкое компьютерное устройство, которое использовалось для сопряжения старинных вычислительных машин между собой и с периферией. В комплекте с вычислительными машинами SM3 и SM4 поставлялась вот такая коробочка, в которой находилось устройство согласования сопряжения, называемое USS OSHA-2K. Оно предназначено для организации работы вычислительных машин типа SM3 и SM4, которые используют сопряжение OSHA, совместно с внешними устройствами и машинами, в которых применялось сопряжение 2К. То есть, оно позволяет подключить к SM3 или SM4 внешние устройства из номенклатуры машин M6000, M7000, SM1, SM2, то есть до 16 вычислительных установок сопряжения 2К. Причем обращение программы к ним осуществляется как к независимым устройствам, подключенным непосредственно к шине OSHA. Давайте рассмотрим, что же входило в комплект укладки USS. Ну, первое – это вставка D75, две штучки. Дуплексный регистратор A491-TM. Контрольная вставка D99. А также TES-удлинитель 086. Также в описи присутствует перфоленточка с тестом USS. Но сразу скажу, что ленточка с программным обеспечением поставлялась только при отдельной поставке устройства сопряжения. При поставке в комплекте с машиной программного обеспечения на устройство сопряжения в комплекте не было, что отмечено в данной описи. Ну и теперь давайте взглянем на вставочку D75 с обоих сторон. Посмотрим дуплексный регистратор A491-3M, его маркировку. Увидим контрольную вставочку, которая D99, со всех сторон посмотрим на нее. Ну и в конце концов посмотрим TES-удлинитель, TES-086, что из себя он представляет. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.